Ну что, пацаны, разговор есть серьезный. Все пишут в комментариях, что молодежь сейчас очень тупорылая. 16-летние девочки, мальчики очень глупенькие. Угу. Тебе сколько, Илюха, лет? 16. А? Знаем тебя. Ну так тем более. Но... Давай побазарим. Давай. Вставай. По понятиям. По понятиям? Что ты можешь мне по понятиям разложить? Ну у тебя есть какие-то вопросы к нам, правильно? Школьные. Школьные? Как будем закончил. По понятиям, братан, решать школьные вопросы? У нас баттл. Я задаю вопросы школьникам и тем, кто постарше. Знаете, кого все винят? Кого? Ну, как вы думаете, кого? Взрослых. Взрослых? Взрослых. А кто у нас самый виновный во всем обычно бывает? Учителя. Привет, брат. А? Учителя? Наверное. Учителя, Володя. Путин, кто у нас? Хороший человек. ЕГЭ. Да. Кто придумал ЕГЭ, да? Все они виноваты в том, что вы молодые такие. Какие? Тупорылые. Ну попробуй, давай, задай. Все-таки замутим что-нибудь? Давай, попробуй. Тебя как зовут? Димон. Илюха. Мне 33. Оля. Оля, хорошо, меня зовут Евгений. Эти вопросы я задаю тебе, и эти же вопросы буду задавать другому... Ребятам. Другому ребятам, которые да. Постарше. Сколько себе лет? 30. 30. Да. Меня зовут Женя. Меня Ал. Ал? Классно. Классное имя. Mm-hmm. Тебе 19 лет. Да. Тебя зовут? Эля. И ты... Предприниматель. Какое событие произошло раньше других? Невская битва, Бородинское сражение, Ледовое побоище или Первая мировая война? Так, сначала было... Че, кто в истории шарит? Димон, мы все не ты такие. Ты сейчас за старшего, братан. Я сейчас за старшего. Как обычно. Давай покумекаем. Давай покумекаем. Так, Невская битва. Понимаем, что за мероприятие? Ну, Александр Невский там, наверное, был. Ледовое побоище. Ты в этом уверен? В каком году? Ледовое побоище? Ну, примерно, может, где-то 1200 и 1400. Невская битва, ну, не знаю, могла бы быть, если не было Питера. Логично, что она была где-то в момент строительства. А остальные, ну, даты более-менее знают, так что Ледовое побоище. Бородинское сражение. Все, я побежала, я... Бородинское сражение. Вот мне кажется, Бородинское все-таки. Бородинское раньше, да. Чем Невская. А что не Первая мировая? Не знаю. А Ледовая, куда мы сейчас будем втыкать тогда? Не знаю, Димович. Мне кажется, Бородинское. Бородинское. А Бородинское, да. Помнишь, что к чему там? Не помню. Я так частично помню. Я не историк. У меня по истории 5, но я ничего не знаю. Пятерочка, да, пятерочка. Была? Слушай, хорошая учительница у тебя была. Ледовое побоище, если я не ошибаюсь. Потом Невская битва, Бородинское сражение и Первая мировая. Ага. Я могу ошибаться, конечно. Ну, вы можете ошибаться. Да, скорее всего. Скорее всего. А Бородинское – это что за дела такие? Бородинское сражение? Так, ну это, короче, французов там били. Нет, ты не смейся, ты молодец. Правильно ты ответил? Все неплохо, 16 лет, чек, но ты ответил неправильно. Бородинское, да? Бородинское. Не, не Бородинское. Невское все-таки? А, все-таки Невское. Да, печально. Ну, посчитаем, что правильно. Хорошо, посчитаем. Начну. Давай сейчас так, типа... Ты говоришь Невская, я такой, будто бы, о, серьезно, Невская. Да, Невская. Ух ты, ты красавчик, Невская. Да. С моими сумасшедшими подсказками. Итог такой, что самое первое событие из этих четырех событий, это событие... Невская битва. Опустим. Опустим. Этот неинтересный вопрос. Правильно. Политическая реформа Горбачева. Блин, Горбачева, вот это вот... Что-то знакомое. Да. Я больше за Жириновского. Жириновский нормально, да, мужик? Да, да. Если бы он в презике, ты бы топил бы за Жирика? Конечно, да? Все, ну... Вот бы он Русь бы нашу на ноги поставил. Да, вот да. Именно. А что Горбачев? А, не знаю, Горбачев и Горбачев. Так, ну это 92-93 год. Развал СССР. Типа перестройка. Да, перестройка. Перестройка. Сечете, да, кто здесь? Хоть. И мы плавно переходим на другой вопрос. Давай. В эту неоновую ночь. Кто правил... Ой, это, конечно, все сложно. Кто правил Советским Союзом после Хрущева? После Хрущева? Горбачев, по-моему, до него. Пусть будет Сталин. Но он вообще далеко залез. Не, Ленин. Ленин? Пусть будет Ленин. Бродяги говорят Ленин. Бродяги тебе херово подсказывают. Да я беру из них, лучше не спрашивай. Брежнев.
после Хрущева правил Брежнев, который целовался? Да-да, такой, да-да. Дядька бравастый. Бравастый. Кто возглавил кубинскую социалистическую революцию? Кубинскую социалистическую революцию? Не знаю. Они были какими-то ребятами, стали коммуняками. Коммуняками? Да. Хороший, сейчас скажу. Коммунисты сейчас, этот, как его? Тот самый. Ну, коммунисты. Партия коммунистов. Блин, нет, лучше их не спрашивать. КПРФ. Не знаю, что нет. Это. Не подскажешь корешу? Привет, сейчас не знаю даже. Не знаешь? Не знаю. Такая бороденка у него еще. Бороденка, значит. Бородишка. Погоди, как же это? Действительно, я сам забыл, как его зовут. Зюганов! Да, конечно, именно он. А, диктатор как? Эрнесто Че Гевара. Да? У меня что-то другое имя написано. Да, сейчас. Так, нет. Нет, не могу сказать. Нет, не вспомню. Фидель Кастро. Да, наверное. Ну все, братан, прикосновение. А Фидель тогда кто? А, Фидель Кастро. Черт. Ёшкин кот. Сколько вам годиков? 30 плюс. Тем более. Итак, посмотрим, кто же умнее, Оля или та молодежь, которая отвечала на эти вопросы. Первый вопрос, на который я думаю, что ты точно никогда в жизни не ответишь. Потому что только люди взрослые знают ответы на эти вопросы. Кто автор произведения Руслана и Людмила? Пушкин. Кто? Пушкин. Пушкин? Пушкин? Пушкин. О, ты умная женщина. В эту неоновую ночь. Кто автор произведения «Вечера на хуторе близ Диканьки»? Тургенев? А? Тургенев? Нет. Нет? Нет. Цвичев? Нет. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Не подсказывай. А, я это читала. Но это было год назад, я уже не помню. Это я знаю, наблюдаю за тобой. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Ви! Я его не читал. Ви, да, Ви он написал тоже. Правильно, подруга тебе подсказывает. Мне все плохо. Google. Кто? Google. 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 Кто автор произведения «Идиот»? Толстой. Какой? Толстой. Я не знаю, честно. Ну да и ладно. Там либо Достоевский, либо Лермонтов. Там вроде и у него было это произведение «Идиот». Ну, в общем, «Идиот», где он был действительно идиотом, влюбился в Настеньку такую. Я не помню. Потаскуху. Допустим, Достоевский, да? Достоевский. Все верно. Пьер Безухов, Андрей Болконский, герой какого произведения? Я не знаю, я не помню. Руслан Людмил? Ой, это эти, мастер... Не мастер Маргарита. Как их еще раз именно? Болконский, Андрюшка. И Безухов это такой, мордатый такой, в очках. Не «Вишневый сад»? Нет, только. Наташку любили они. Наташа Ростова. О, там. О. А, письма Татьяны. А Онегин? Нет, Оля, все, ладно, у меня. Наташка Ростова была там, да. Наташа Ростова была, ладно. Песька-то брат ее. Щенок, да, господи, я и театр смотрела, и все, но, видите, дает это положение. А что за война-то? Как война? Война и мир? Война и мир? Все. Все, да. Не помню. Война там была. Война и мир. Так, ну и все, последнее. Кто автор этой «Недоросли»? «Недоросли» я читала. Нет, я первый раз слышу. Да это школьная тема, это вообще. Кать, давай.
Катя еще не дошла, нет, она третий класс, нет, это постарше. А, это этот, сейчас скажу. Недоросли, недоросли. Материться нельзя, да? Материться? Да. У него матерное отчество? Нет, 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 нет. Как ты хотела сматериться? Какое слово хотел? На ушко скажи мне. На недоросли мы все-таки топимся. То, представь, топимся, это да? Вообще будет позорище. Представляете? Представляете, вот так на недоросли. Горький. Нет, 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 это не горький, нет. Блядь, я в школе это читаю. Сдаем с... Нет, не Лермонтов. Надо вспомнить, я не помню. Ну, либо Гоголь, либо Лермонтов. Что-то вот между, я помню, что-то либо в этом. Либо Гоголь, либо Лермонтов. Да. Да, господи, хоть пальцем в небо сделай. Ну, так никуда не... Да в Гугл зайдите. Нет, не помню. Нет, ну, ты молодец все равно. Фанвизин. Фанвизин, надо. Слыхали такого? Я просто читала, но да? Это было... Хорошо, пока. Нет. Тебе тоже. Столица Китая. О, все плохо. Давайте, Никита. Давайте. География. Географию берем? Да. Она вот в географии шарит. Да? Да. Меняемся местами. К столице Китая. Давай, давай, ты же знаешь. Шанхай? No. Я в Китае был только в Санье. А в столице-то? Санья. Ну, столицы я не был. Какие там есть? Ну, ты же знаешь, по-любому этот город, все живое. Токио, ну это не Китай, да? Токио же не Китай, нет. На буковку П. Я помню, но я забыла. Пиноккио. Это был юмор. Шоу все-таки юмористическое, да. А я пипец, что за приколист. Так. Столица Китая. Ну, Шанхай, нет. Как нет? Пропустим. Вдруг вспомнишь. Вон девчонка сидела, потом вспомнила через 40 минут. Пропустим. Как вас зовут? Оля. Оля? Да. И там Оля, и тут Оля? И там Оля. Смотрите, все легко. Столица Германии. Без подсказок. Нет, я пас как. Не будете? Нет. Так Германия это столица. Ну, я скажу. Ладно, спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Это она больше шарит. Нет, давай ты. Столица Германии, это очень легко. Мы вместе сдавали географию. Какие есть варианты, какие города есть в Германии? Мельбурн. Дойч. Столица Германии. Ну, не Цюрих, да? Не Цюрих. Хотя я немецкий изучал в школе. Я двоечником был, правда, всегда. Даже не стыдно за это, то, что я двоечником был? Как-то на Ха. На Ха? Да. Хуйтанин. Нет. Не, Хуйтанин есть город только в Финляндии. Да. Тоже там была, да? Это не надо так, что мы матом ругаемся. Хуйтанин, город Финляндии, я не шучу. Я говорила. Когда была Великая Отечественная война, Вторая мировая. И вот мы этот город взяли. Да. И война-то после этого к концу стала подходить. У нас в детстве учили, что нужно быть там как бы умными, развиваться нужно там в школе. Ну да, развиваться нужно всегда, но если ты, допустим, развивался там до 11 класса и после ты перестал развиваться, я думаю, вряд ли ты будешь полезен для общества. А я, допустим, да, двоечником был. Я не знаю, ну, столицу Китая, элементарных вещей. Ну, да. Но я полезные вещи несу в общество. Ну, а чем ты занимаешься? Благотворительностью. Помогаю благотворительностью заниматься. Через инвесторов. Пропустим Германию тогда. Шут ты с ней, да? Столица... Я должен знать. Мне просто нужно вспомнить. Ну да, просто... Столица Германии. Что-то с Г там связано. Г? И некоторые люди пишут даже на машинах вот эту надпись. Зачем они это пишут? Берлин. Я немецкий, реально. Ну, Берлин. Как Берлин. Что ты с ним? Берлин. Да, музыка там классная. Да.
Так, с Китаем пока ты еще пока нет, да? Нет. Столица Швеции. Не помню. Не помнишь? Столица Швеции? Это да. Какая страна? Швеция – это страна, а столица ее… Не, не знаю. Не знаешь? Столица Японии, ты тоже? Столица Японии. Сейчас я помнила это. Мы там были. Ты была в Японии? Да. О, май гад, что ты там делала? Столица Китая – это Пекин. Вау, yes! А Япония… Не помню, вспомню, скажу. Ну, про Японию ты знаешь. Токио. В эту неоновую ночь. Столица Мексики. В Мексике есть столица? Мексика. Америка. Столица Мексики. С названием столица они особо решили не париться. Мексика. Нет. Не знаю тогда. Не знаешь, да? Не, не скажу. И взрослые, и молодые. Все одинаково могут чего-то не знать. И не обязательно все это нужно знать. Непонятно, что за история написана в наших учебниках. И хрен поймешь, что будет в этих учебниках написано через 20, 30, 100 лет. Будет совершенно другая информация. Очень мне хотелось в этом видеоролике заснять постарше кого-нибудь. За 40, за 50 лет. Но это было невозможно. Здравствуйте, давайте вы поснимаетесь в нашей телепередаче, там, бла-бла-бла. Люди шарахаются. Взрослые люди шарахаются. Видно, как они с недовольством и с пренебрежением не то чтобы смотрят, даже не смотрят на меня. Не здороваются. Убегают от тебя, могут отмахнуть тебя, как какое-то говнище подошло, обоссанное к тебе. Вот так ведут себя взрослые поколения. Да лучше пускай быть ничего не знающим, но открытым парнишкой или девчонкой, которая готова вписаться в любую такую движуху, с удовольствием пообщаться с кем-то. Или просто не побояться. Потому что либо взрослые от тебя шарахаются, с тобой даже не здороваются, либо, когда они узнают, что ты будешь с ними творить, и говорят, не-не, спасибо, мы не хотим опозориться на там, вашу аудиторию, потому что вдруг чего-то там мы не знаем. Единственное, чего не хочется, это чтобы та открытая, может быть, и где-то неграмотная молодежь потом не превратилась вот в таких унылых в своих мыслях, вечно копающих, идущих и ничего не видящих вокруг себя взрослых людей. Зато которые знают Фан Визина, Гоголя, столицу Австралии или еще какую-нибудь такую ненужную, возможно, для жизни хрень. Вот что я хотел сказать. Спасибо. Опустоши свой мозг, не думай ни о чем. Ведь этот мир сейчас прошлое ни при чем. Эту секунду, этот миг лови. Наблюдай, не думай моментом этим кайфани. И проснувшись утром, сразу вспомни, кто ты такой. Прошлое не будущее, ты вообще никакой. Тебя не будет. Есть здесь и сейчас все остальное. Твое тело забудет.